2 сентября патрульно-постовой службе исполнится 95 лет. В преддверии профессионального праздника полицейские и члены общественного совета провели для воспитанников военно-спортивного центра «Маргеловец» урок мужества. О долге, чести и мужестве. Сотрудники полиции рассказали маргеловцам о своей работе. От теории перешли к практике. Бронежилеты, шлемы, защитные щиты воспитанники клуба смогли примерить на себя. Это вот легкий бронежилет, коробок, нулевой класс, защитный меч. То есть он защищает вас от ножа. Так в молодежном центре «Патриот» проходят уроки мужества. Стражи порядка уверены, занятия помогают определиться подросткам с будущей профессией. Немало очень примеров, когда сотрудники действительно рискуют своей жизнью, выполняют свои служебные задачи. Поставленные. И молодежь, некоторые, не вся, конечно, но некоторые могут хотят быть похожими на нас. Константин Зимин – полковник милиции в отставке. Служба в органах считает своим призванием. Бороться с преступностью, охранять общественный порядок для него было смыслом жизни. Служба патрульно-постовая была одна из лучших в Московской области. Долго держала это первенство. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Эта служба кует лучшие кадры. Почему? Потому что постовой милиционер, как мы раньше говорили, это министр внутренних дел на небольшом патрульном участке. 2 сентября патрульно-постовая служба отпразднует юбилей – 95 лет со дня основания. С наступающим праздником полицейских поздравили воспитанники военно-спортивного центра «Маргеловец».